что, дамы и господа, здравствуйте, 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 здравствуйте. У нас сегодня снова путешествие на диване. Это Спрага.Инфо. Меня зовут Юрий Чабан. Каждый вечер для вас мы делаем интересные онлайн-активности во времена, когда, казалось бы, нет возможности путешествовать, нет возможностей для какого-то интересного досуга. Мы пытаемся сделать так, чтобы эти возможности появились. Да, вы видите, судя по названию, читайте «Путешествие», ну, давайте так, «Путешествие на диване», «Неаннексированный Крым». Вау! О чем пойдет речь? Ну, в общем, я сейчас ввожу на экран свое изображение и начну рассказывать. Да, друзья, те, кто нас смотрит, те, кто слушает, если вам интересно, если вам нравится то, что мы делаем, огромная просьба, лайкайте, огромная просьба, комментируйте. В общем, как-нибудь давайте знать о том, что вы это смотрите, что вам это интересно. Да, вот он я, всем привет, я помашу ручкой, вот так вот, да, и сейчас начну рассказывать. В общем-то, неаннексированный Крым. Ну, у кого какие мысли? О чем пойдет речь? Да, об Арабатской стрелке. Арабатская стрелка – это действительно неаннексированная часть Крымского полуострова, которая сегодня и после 2014 года контролируется Украиной. Это Крым. Друзья, это действительно Крым, и это действительно то, о чем стоит говорить, то, о чем стоит говорить долго, то, о чем есть что рассказать. И вот это правда то, где стоит побывать, потому что, ну, все мы как-то вот так уже вспоминаем о Крыме как о чем-то прошлом, да, в общем-то, случился 2014 год, Россия напала на Украину, Россия забрала часть украинской территории, Россия буквально захватила, в общем-то, жемчужину туристическое такое вот, ну, место, куда ездили все, место, которое любят все, и место, которое до сих пор помнят все. Так вот, Арабатская стрелка – это тоже Крым, и северная часть Арабатской стрелки сегодня контролируется Украиной. Кстати, самые интересные места контролируются Украиной. Дело в том, что стрелка Арабатская, она сегодня перекопана, и, в общем-то, ну, короче говоря, сейчас я расскажу об этом немножечко. Так, давайте пока что мы затягиваем время, чтобы все собрались и, в общем-то, присоединились и активно, так сказать, начали слушать и участвовать. Да, пожалуйста, комментируйте. Если кто-то бывал на Арабатской стрелке, делитесь своими впечатлениями, потому что место, ну, по правде говоря, при том, что это одно из моих любимых мест в Украине, и вот это действительно любимое место в плане вот такого вот морского туризма в Украине, оно уникально. Дело в том, что Арабатская стрелка, чтобы вы понимали, она же, ну, начну с того, что это самая молодая земля в Украине. Это земля, это суша, которая появилась буквально 500-600 лет назад, то есть 1000 лет назад там не было земли, а сегодня там земля, сегодня там поселки, сегодня там туризм, в общем-то, и сегодня там, опять-таки, обилие крымских татар, и вот говоря о патриотизме, я здесь сразу скажу, что быть патриотом – это любить свое и ездить не только, наверное, куда-то, ну, понятное дело, я не знаю, Анталия – это классно, Кипр – это классно, Греция – это классно. Арабатская стрелка – это тоже классно, поверьте. Вот я сейчас попытаюсь, я не знаю, как получится. Еще внимание, если вы сейчас смотрите и происходят обрывы связи, я тут извиняюсь, если обрывы связи будут существенными, я это видео непременно перезалью. Я тут, знаете, сам себе режиссер, сам себе ведущий, сам себе оператор. Вот сейчас я попытаюсь вывести на экран, ну, вот кое-что интересное. Вот так посмотрите буквально. Вот давайте посмотрим, сейчас главное подключиться к файлу. Вот, в общем, такой вот рассвет на стрелке. Так, надо нажать кнопочку «Запущу». Ой-ой-ой, ну, связь немножечко плохая. Да, сейчас мы посмотрим, я надеюсь, очень на это надеюсь. Вот, какие-то сбои связи, я прошу прощения.
Да, вот так вот мы мысленно перенеслись на Арабатскую стрелку, посмотрели на рассвет. Кстати, вот побережье Азовского моря в районе Арабатской стрелки, оно же выходит на восток, и, в общем-то, вот мы сейчас видели, солнышко выходит из-за моря. Кстати, море, да, это рассвет в районе села Счастливцево, пожалуй, главный курорт Арабатской стрелки, главное такое место, в общем-то, где самое большое количество туристов. Ну и, в общем-то, это кадры засняты в районе такой вот туристической базы «Чайка-2». Так вот, знаете, что интересно на Арабатской стрелке? Что относительно на небольшой части суши, Арабатская стрелка в целом, она тянется ну, больше, чем на 100 километров, но только часть ее, примерно половина, контролируется Украиной. Да, вот когда мы переезжаем, да, как туда добраться, сразу рассказываю. В общем-то, в летнее время ходят поезда до станции Геническ, другие поезда ходят до станции Новоалексеевка. Так вот, и оттуда, в общем-то, можно доехать, и зачастую доехать можно исключительно на такси. Это тоже вот такой вот отдельный пунктик, о котором стоит сказать, что на Арабатскую стрелку практически не ходит транспорт. При всей своей красе, при всей своей вот такой вот, знаете, уникальности, интересности и необычности места, а ведь место это такое, что, смотрите, с одной стороны налево пойдешь Азовское море, направо пойдешь Сиваш, а если по стрелке прогуляешься вот так вот чуть вперед, то слева от тебя, ну это если я говорю сейчас по поводу села Счастливцево, да, слева от тебя будет горячее озеро, я на этом чуть позже остановлюсь, в общем, горячий источник, там несколько горячих источников, причем они разные по своим химическим составам, вот. С другой стороны будут грязи, будут соленые озера, соленость в них, честно, выше внимания, чем на общем таком известном Мертвом море. То есть это озера, где можно вот просто лежать, перевернуться на живот, лежать, не тонуть. Ну, они очень соленые. Да, по поводу цен, ребят, Арабатская стрелка очень и очень дешевый вид отдыха, очень и очень дешевый вид туризма. Я не скажу о том, что там классный сервис. Нет, если кто хоть-то хочет классного сервиса, ну, скорее всего, приехав на Арабатскую стрелку, вы столкнетесь с тем, что подумаете, мама моя, что же это такое? О, Господи, да. По поводу мусора, знаете, не работают коммунальные службы там часто. Ну, не часто, они там вообще, ну, вот если говорить, это поселковые советы, это поселки, это села, это Геническая горка, это дальше Счастливцево, еще чуть дальше село Стрелковое. Кстати, Стрелковое не от смысла, не от слова стрелок, а все-таки от слова стрелка. Вот. Ну и между этими поселками, в частности, в районе первого горячего источника, я его чуть позже выведу на экран, покажу, что это такое, и расскажу немножечко о нем. Это действительно очень такая интересная, с необычным химическим составом вода, вода лечебная, вода, насыщенная всевозможными микроэлементами, в общем-то, и вода, которая горячая всегда, в общем-то, она горячая и летом, ну, горячая, в смысле, вот горячая, гель стоишь в ней, и зимой. То есть, приехав зимой, это если бы там была инфраструктура. Вот мы знаем про какие-то, горячие источники, про какие-то термальные бассейны, которые популярны за рубежом. У нас на Западной Украине в городе Берегово появились термальные бассейны, где платно, платишь, заходишь. Там просто в степи, представьте, такая вот степь, недостроенный санаторий, значит, ничего нет. Ну, естественно, куча крымских татаров, очень радушных, очень милых, очень классных, которые продают везде свои чебуреки, свою самсу, свои вот эти вот все вкусности. Действительно, очень милый народ, и в плане радушия они там очень радушны. Причем интересный момент тоже. Крымские татары там стали обильно населять стрелку, выезжая из Крыма в 2014 году. Нет, они и до этого жили на стрелке Арабатской, но после того, когда Российская Федерация захватила Крымский полуостров, его, ту часть, которая с обратной стороны стрелки, в общем-то, крымские татары начали переселяться за Сиваш. Да, что такое Сиваш, чтобы вы понимали? Это, знаете, это такое вот, что это длинное, такой длинный водоем, да, вот, второго берега в некоторых местах не видно. То есть в одну сторону идешь, это Азовское море, в другую сторону идешь, это мелкий Сиваш, и ты смотришь, и ты не видишь второго берега. Там можно идти километр, два, три километра, четыре, вперед, и не видеть второго берега. А вот если перейти Сиваш, его переходить нельзя. Вот, потому что на той стороне это уже, в общем-то, территория, которую временно
украинское государство не контролирует. Так вот, несмотря на такой вот действительно интересное и месторасположение, и интересное в плане досуга, вот несмотря на это все, транспорт там практически не ходит, из Геническо с автовокзала туда возят таксисты, точнее, это как нелегальные маршрутки, то есть там четко фиксированная цена с человека, если я не ошибаюсь, то ли 30, то ли 40 гривен, что-то вот такое. Из села Счастливцево на горячий источник, в общем-то, на первый горячий источник ближайший, Радоновый. Там дальше йодобромный горячий источник возле глицеринового озера. Это уже после села Стрелков, после села Стрелковое, южнее села Стрелковое. Я чуть позже об этом расскажу. В общем, туда они не возят из Счастливцева, это далеко, это дальше. А от Счастливцева буквально 3-4 километра, ну вот рядом вот село Счастливцево, ну как село, это такой курортный поселок. Знаете, если говорить о крымских таких вот курортах, как допустим, Форос, вы понимаете, что Форос – это тоже село. Ну, Форос мы знаем как полноценный курорт, который интересен, а Счастливцева мы не знали буквально до 2014 года. И, кстати, когда я впервые побывал на Арабатской стрелке в конце августа, в начале сентября 2017 года, я просто влюбился в это место, и, в общем-то, ну, причем это место, где местами практически нет. Местами практически нет туристов, то есть поскольку пляж песчаный очень широкий, море мелкое не везде, море на въезде на стрелку, ну, то есть на самом, когда вот только в Крым въезжаем, переехали эту промоину, там, в общем-то, море, ну, скажем так, мы идем, то прошли 100 метров там по шею, потом проплыли немножко, опять дальше мелко. Если вглубь поедем по стрелке, там море поглубже, но тем не менее оно мелкое. И там, в общем, место такое действительно интересное. Так вот, только такси, нет, формально автобус существует, там автобус ходит из города Херсон. Да, территориально, как же так получилось, что эта часть Крымского полуострова сегодня контролируется Украиной? Дело в том, что до аннексии она подчинялась Херсону, то есть формально эта часть Крымского полуострова, в общем-то, была административно подчинялась Херсону. Да, несмотря на этот факт, везде, я до сих пор, когда на стрелке бывал, я там видел рекламные какие-то борды и какие-то таблички, на которых телефон плюс 380652, это телефон Симферополя, мол, звоните в Симферополь, то есть уже, блин, ну, это Крым, еще раз. Если говорить о месте в районе села Стрелково, это намного южнее, чем Джанкой, чтобы вы понимали. Вот. Ну вот, несмотря на это, еще раз, место очень и очень заброшенное. Да, давайте я сейчас, знаете, что, ну, заброшенное в каком смысле? Оно не ухожено, оно только-только, туризм там только-только зарождается. Оно, как бы вам сказать, крупных каких-то гостиниц нет. Хотя вот для любителей отдыха так, в лакшери-формате тоже можете такой отдых найти. Такие гостиницы появляются. В частности, такая гостиница есть возле самого этого Йода Бромного, возле Радонового горячего источника. Давайте вот я сейчас, я не знаю, попытаюсь вывести на экран, я не знаю, то ли я выведу или не то, вот я выведу тоже что-то из иллюстрации, вот, да, сейчас, одну секундочку, немножечко зависло. Вот, посмотрите, интересная штука. Видите, вот такой вот, да, чтобы вы понимали, если левее, значит, отсюда вот так вот пойти, ну, буквально 100 метров, там Азовское море. Если пойти отсюда немножечко правее, там, ну, сначала будет такой вот рынок, причем как в степи находится, очень атмосферно тоже, потому что крымско-татарские кушанья, все это. Дальше там будут соленые озера, дальше там будут лечебные грязи, и дальше там будет Севаш. Это вот если вот пойти вот направо от этой картиночки, да, вот. Обратите внимание на табличку. Видите, да? Мальчикам до 14 лет купаться запрещено. Да, обратите внимание в целом на состояние этого места. То есть это не какие-то там термальные источники, как мы их привыкли видеть где-то в других странах или у нас, допустим, в Берегово. Нет, это вот такое вот озеро. Я сейчас расскажу, откуда появилась горячая водичка там и что вообще произошло, и почему, собственно, вот эта вот табличка «мальчикам до 14 лет купаться запрещено», она все-таки существует. Значит, в середине 20 века начали добывать, естественно, газ.
копали, бурили, добирались. Да, заметьте еще цвет воды. Действительно, то есть это, она такой цвет имеет не от грязи, хотя я не скажу, что вода здесь чистая. Все-таки, ну вот, поскольку здесь отдых и туризм возникает стихийно, да, то есть люди самоорганизовываются местные, каждый что-то делает. В частности, я, допустим, вот сейчас вспомню ни имени, ни фамилии, я останавливался у какого-то крымского татарина Ибрагима недалеко от Севаша один раз, когда там был дома просто в частном секторе, другой я раз останавливался у крымской татарки Миланы, и Милана и Ибрагим просто прекрасные люди, причем Милана там еще чебуреки пекла параллельно, то есть, да, и чебуреки прям для своих постояльцев. Ну, в общем, такое вот стихийно все делается. Здесь, на этом месте, чтобы вы понимали, да, я же начал рассказывать о том, что газ добывали. Да, добывали газ, и, в общем-то, бурили, и наткнулись на горячие воды. Наткнулись на горячие источники, докопали до гейзеров. Дальше газ пробурили, чуть дальше по стрелке. Я сейчас расскажу историю, связанную с этим самым газом. Дело в том, что та территория за селом Стрелковое, которая сегодня контролируется Украиной, она не контролировалась Украиной. То есть Россия, когда вот захватила Крым, она его захватила изначально, ну, в общем-то, вместе с Арабатской стрелкой. Потому что Крым наш. Потом, когда вот начались уже санкции, когда на Россию началось давление со стороны международного сообщества, часть захваченных территорий им пришлось вернуть. Так вот, захватили они как раз стрелку из-за газа. Да, это тоже такой вот интересный момент. Так вот, копали-копали до газа, где-то докопались, где-то не докопали, ну, там, где пробурили, докопались до горячей воды, вода, так сказать, прорвалась наружу, источники появились, а что с ней делать? Ну и возникла идея создать термальные, как бы, вот такие вот бассейны, термальные, ну, такие вот, как существует, допустим, в том же Будапеште или, я не знаю, у нас в Закарпатье и в Берегово. Ну, в конце концов, получилось так, что не получилось, да, как я это обычно говорю. В общем, и в итоге мы видим, в каком оно все состоянии. То есть это все стихийно. Глубина здесь местами достигает, ну, по грудь, это максимум, то есть мелкая. Но водичка здесь не просто теплая, а горячая. Опять-таки, рядом есть еще одно озеро, такое же, буквально совсем рядом. Там вода чуть теплее, ну, чуть прохладнее, вот. Ну, тоже горячее, да, и дальше вот такой вот каскад озер, в общем-то, к самому Азовскому морю. Да, вот я сейчас, наверное, знаете еще что включу? Включу, покажу вам одну секундочку, включу вам, вот посмотрите, такой кадр, это значит, ну вот, я сфотографировал рядом с этим самым, рядом с вот этим самым термальным источником, крымско-татарский рынок. Ну, естественно, он уже не только крымско-татарский, такой вот туристический рынок, где продаются в основном, естественно, крымско-татарское кушанье. И все-таки доминируют там крымские татары. Ну, вот мы видим, мне просто эта вывеска понравилась. Оля, вкусная рыба. Ну, в общем-то, рыба действительно вкусная. Да, это все в степи, то есть это вне населенного пункта, это на самой стрелке. Ну, саму стрелку я, наверное, сейчас тоже покажу, постараюсь вывести на экран, если возникают сбои интернета, ребята, видео я обязательно перезалью в хорошем качестве. Я надеюсь, что сбои все-таки не возникают. Я включу, одну секундочку, сейчас. Так, ну вот, я сейчас добираюсь до одного файлика, это вот вы меня сейчас увидели, вот добираюсь до вот такого, посмотрим. Я сейчас расскажу опять-таки, что это. Это, знаете, вот озеро Старица. Это остатки моря. Опять-таки, заметьте, если кто-то хочет каких-то красот... Арабатская стрелка. В общем, их не будет. В районе села Счастливцы выглядит так. Перед ним песочек, а за ним Азовское море. В общем-то, пройдем, посмотрим. Заметьте, какие ступеньки, пожалуйста, в каком они состоянии. Ну вот, проблемы с интернетом немножко, к сожалению. Я пробираюсь к морю.
Да, вот мы, я немножечко нажал на паузу. Заметьте, пожалуйста, количество туристов на пляже. Их практически нет. Вот стоят столбы. Нет, это мы, ну, естественно, не по всей стрелке ситуация такая. Но вот есть места, это для интровертов, я говорю, где туристов практически нет. В другую сторону посмотрели. Ну, то же самое. Да, это видео сделано 23 июня. Это купальный сезон. Это туристический сезон. Ну, поодинокие туристы кое-где вот попадаются. Вот. Ну, в целом, вы поняли, какая картина. Ну, в общем, да. Сейчас давайте до конца, наверное, все-таки паузу зря нажимаю. Ну, такое вот интересное место. Место действительно интересное. Оно разное, знаете. Если кто-то скажет, а вот я хочу тусовок, я хочу дискотек, я хочу чего-то. Это тоже есть. Поверьте, это тоже есть, и этого много. Да. Вот, в частности, в селе Стрелковое. Да, по поводу села Стрелковое давайте расскажу. Нет, в селе Счастливцево, там, это значит, когда мы выезжаем на стрелку, значит, первое, когда мы поехали промойну, это Геническая горка. Советую это село проехать. Следующее село Счастливцево, и вот в Счастливцево остановиться. Счастливцево — это полноценный сегодня такой уже туристический городок. С красиво выложенной набережной, с фонариками, с множеством кафешек, с множеством развлекательных заведений, супермаркетами. В общем, со всем, что полагается, с гостиницами и с бассейнами. Причем бассейны есть как открытые, так и закрытые. Вот. И опять-таки от Счастливцева, из центра Счастливцева, до этого самого вышеупомянутого горячего источника Радонова, в общем, ходят эти как бы маршрутки, то есть маршрутки с приставкой как бы, это обычные таксисты, обычные легковушки, неважно, там хоть 4 места, у кого обычная там какая-нибудь там Жигули, да, хоть это микроавтобус, то есть стоимость 10 гривен до этого источника. Ну и ехать буквально там, я не знаю, 10 минут. Вот. Может, в этом году по-другому будет, не знаю. Да, я вообще надеюсь, хоть бы в этом году было. Вот что такое патриотизм? Опять-таки, возвращаясь к такой вот теме, да, вот, ну, это, опять-таки, мое субъективное ощущение. Любить свою, поддержать свою. Вы понимаете, что сейчас у нас пандемия коронавируса, вы понимаете, что сейчас у нас туризм как отрасль остановилась, и впереди у туристической индустрии вообще нелегкие времена. Так вот, быть патриотом — это, наверное, все-таки прикоснуться к тому интересному, что осталось у нас, что не захвачено пока что, и, дай бог, и дальше будет. Потому... Ну, опять-таки, я сейчас расскажу о ситуации с общественными настроениями на Арабатской стрелке, они очень и очень неоднозначные, поскольку близость России, она все-таки дает свои плоды, вот. Любить свою, поддерживать своих. Да, если это, опять-таки, территория, где в большом количестве крымские татары, вы представьте, ребята, что это те крымские татары, которые в одночасье лишились своей вот каких-то своих мест, допустим, там, ну, к примеру, человек жил где-то на ЮБК, и вот в 14 году он вынужден уезжать с ЮБК и селиться на севере Крыма. Но это тоже Крым, да, на Арабас, за Севашом, в общем, на той части, которую Россия не захватила. А, впрочем, да, Россия все-таки кое-что захватила. Я о этом говорил на старте видео, еще раз повторяю здесь. Да, ребят, кто присоединился и кто смотрит, огромная просьба, лайкайте, огромная просьба, комментируйте. Это очень и очень важно для того, чтобы наш проект spraga.info, проект, который мы делаем вот буквально на энтузиазме, и вот у нас путешествие на диване проходит на вот таком вот импровизированном диване, и я вижу, что вы видите, что не совсем как бы комфортные условия, ну, в общем, потому что мы это делаем вот просто вот так вот,
из того, что имеем, даже в том числе имея вот такой вот, ну, честно, бесплатный софт, который не позволяет нам выводить, допустим, огромное количество слайдов, огромное количество кадров, которые бы где-то бы разбавили и сделали бы более таким вот насыщенным, более ярким вот такое вот наше виртуальное путешествие. Так вот, село Стрелковое, за селом Стрелковым газопровод, действующий газопровод. Когда в 2014 году произошел захват Крымского полуострова, как поступила Россия? Она отхватила этот газопровод себе. Я об этом говорил, еще раз сейчас повторяю, да? Вот. Ну и, в общем-то, как на это реагировало местное население? Вы догадайтесь. Думаю, догадываетесь, да? Ну, сепаратистские настроения имели место быть, и уж скажу честно, находясь в селе Стрелковом, я столкнулся, у меня однажды был вот такой вот диалог с каким-то местным человеком, не крымским татарином, но вот местным человеком, что, мол, о, Путин такой сякой, а чё? Так мы тоже крымчане, он их забрал, он их спас, а нас он не спас от этой Украины. Увы, но такие настроения там есть. Не у всех, но я лично с таким сталкивался. Вот, просто примите это к сведению, да. Вот не хотелось бы о политике говорить, когда мы говорим о путешествиях, когда мы говорим о туризме. Но говоря о Арабатской стрелке, не говорить о политике просто не получается. Ну вот по правде скажу, вы же понимаете, что... Ой, ну вот даже тот факт, что и российское телевидение у них работает полноценно, и сигнал вот этих вот операторов мобильной связи, которые существуют с обратной стороны Севаша, то есть это не российские мобильные операторы, это операторы на отобранном у Украины не оборудовании построены, это Винмобайл, Волнамобайл, то есть они добивают туда, то есть они там есть. Ну и, соответственно, в общем, мы понимаем, что мы имеем в конце концов. Да, многие, что ой, на той стороне Севаша, там они сейчас так классно живут, там Россия пришла, порядок навела, а у нас, в общем-то, увы, я говорю как есть, честно. Что касается крымских татар, вот с точностью да наоборот, идя по селу Стрелковое, практически на каждом доме, ну, поскольку там крымских татар действительно абсолютное большинство, практически на каждом доме висит крымско-татарский флаг, висит тамга и рядом висит украинский флаг, как символы. Проходим по набережной, по Счастливцево, опять-таки набережная красиво выложена, да, и вот кафешечки, вот эти какие-то точки торговые, какие-то малые архитектурные формы, как их называем, мафы. И вот на каждом мафе, над мафом там украинский флаг и крымско-татарский флаг. Это о чем говорит? О том, что есть там люди, которые понимают, что произошло, и которые, ну, скажем так, занимают проукраинскую, в общем, такую вот гражданскую позицию. В общем, в любом случае это место стоит внимания. Еще раз повторяю, среди, вот для меня лично, на сегодняшний день, из того, что на данный момент контролирует Украина, это в целом вот Арабатская стрелка. Это любимое морское курортное направление. Черноморские курорты, ну, во-первых, я опять-таки не буду говорить ничего плохого, ну, они обжитые, они банальные. В них нет никаких изюминок в виде, я имею в виду, чего-то такого необычного. Для меня даже еда вот это вот даже крымско-татарская еда, господи, вот эти чебуреки, которые в прошлом году стоили 25 гривен, и которые огромные, да, вот эти вот, я не знаю, ну, опять-таки, вот эти вот пение, когда мула поет, ну, в общем, это, то есть там есть свой колорит, который отличается от того, что мы имеем на вот таких вот классических черноморских курортах. Ну и опять-таки, вышеупомянутые мною источники, а еще раз я, да, расскажу, я вспомнил о том, что первый, значит, горячий источник, который мы за Счастливцево имеем, это, вот еще раз покажу, если кто с самого начала не смотрел, первый горячий источник, который мы имеем около села Счастливцево, это источник Радоновый, вот он перед нами, вот такое вот стихийное, то есть с абсолютно горячей водой, в общем, люди купаются. Тут на самом деле в кадре мало людей. Почему? Потому что я в сентябре делал, уже мало туристов, да и как-то, по-моему, то ли дождь был, то ли, ну, вообще он такой вот набит, как лягушатник людьми, ну и опять-таки видим, как, что вокруг. А вокруг недостроенные, в общем, пансионаты, будем надеяться, что это все временно, будем надеяться, что рано или поздно, в общем, здесь появится полноценный,
появятся полноценные туристические объекты. В общем, ну пока вот имеем вот такое. Если дальше проезжаем по Арабатской стрелке, там тоже, в общем, есть... Извините, да, как-то вот увеличил крупным планом себя, вот, ну, так стихийно все это делаем, господи, да что так, вот так, да. Если дальше по Стрелке проезжаем, за селом Стрелковым еще один шикарный горячий источник, там, во-первых, меньше людей, во-вторых, он по химическому составу другой, и, опять-таки, нет вот этих заборов вокруг, то есть он просто в степи, он просто в, ну, вот среди песка, среди этого ракушечника. Еще раз повторяю, Арабатская стрелка – это самая молодая земля на территории Украины. То есть это земля, это та часть суши, которая появилась всего-навсего 500 лет назад. То есть, соответственно, идя по стрелке, идя просто по этим песчаным дорогам, мы встречаем ракушки, мы встречаем вот этот вот интересный, ну, то есть интересная почва, ни на что не похожая, то есть такой вот песок. Ну, и, естественно, растительность кое-где есть, ну, кое-где ее нет. Опять-таки, идя по тропинкам, просто идешь по тропинке, допустим, от горячего источника к соленым озерам или туда к грязям, и видишь, как просто как нацарапано на гвоздем или чем, там, города. Минск, дальше Ровно, дальше Киев. Ну, просто вот каждый как следы о себе оставляет, что, мол, я тут был. А, вот. То есть, все-таки сегодня многие для себя это открывают, и многие, я знаю, кто побывал один раз, приезжают туда снова и снова, и это такое вот себе воспоминание о Крыме, о той части Крыма, которая сегодня аннексирована Российской Федерацией, аннексирован, понятное дело, практически весь Крым, за исключением вот этого вот северного кусочка, в общем-то, который, если говорить о Арабатской стрелке, самый интересный, ну, то есть, и дальше, да, что, и, наверное, вот интересно, как там выглядит стрелка в том месте, где Россия контролирует, перекопана она. То есть вот мы доходим пешочком или доезжаем до Стрелкового, это там километров, наверное, 15, проходим это село, за село выходим, проходим эти... А, еще что интересно, есть интересный мемориал, он действительно мне с художественной точки зрения нравится. Я его, к сожалению, здесь не могу вывести в кадр, но за селом Стрелково, если идти по Арабатской стрелке, есть мемориал, который посвящен вот погибшим на Донбассе от российской агрессии. В общем, память, ну вот в память всем тем погибшим, то есть вот такой вот там... Опять-таки, мемориал, который там и в очень положительном ключе упоминается «Революция достоинств», и, в общем-то, в очень отрицательном ключе, я имею в виду, в этом мемориале вспоминается Российская Федерация, то есть это все за Стрелковым, в степи, в общем, возле еще таких вот интересных двух горячих, там на самом деле три горячих источника, я сказал, два-три, вот, возле еще двух таких горячих озер, вот. Значит, что касается дорог, знаете, Арабатская стрелка вот чем еще интересна. Когда мы въезжаем на нее, вот в районе Генической горки, это первый населенный пункт, первое село на стрелке, асфальт в какой-то момент заканчивается, и что начинается? Нет, не грунтовка. Просто плиты, так едешь по плитам. Там когда-то строили аэродром. То есть была взлетно-посадочная полоса, приземлялись самолеты, вот. Ну и сегодня по этой взлетке катаются машины, и это такая вот дорога бетонная, ее называют бетонкой, она тянется до села Стрелковое. Когда въезжаешь в село Стрелковое, вот буквально до последнего момента было так, что въезжаешь на въезде в село Стрелковое, дороги заканчиваются. За селом Стрелковым стрелка сужается, да, стрелка разную ширину имеет. В районе села Счастливцево ширина стрелки очень серьезная, то есть, я не знаю, километра 3-4, ну, может, больше. В некоторых местах там 500 метров, в некоторых там 6-7 километров, ну, то есть, разная ширина, вот. И стрелка сужается, значит, за Стрелковым, и вот там, если дальше прямо по ней поехать, вот прямо, там же дороги закончились уже, песочек, людей практически нет, опять-таки, рай для интровертов, для людей, которым, с одной стороны, нравится быть наедине с собой, в гармонии с природой, природа там действительно классная, вот. Море, чайки,
в общем, вот эти вот горячие источники, грязи, севаж, все это очень классно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, в общем, там непосредственная близость вот этих вот блокпостов, там ездит военная техника, то есть ощущается, что место не совсем обычное. Но я думаю, опять-таки, вот почему я от себя рекомендую, а это нужно знать, это надо видеть. Я бы лично с удовольствием бы делал бы туда туристические путешествия, туристические поездки. Абсолютно. Там есть что показать. Допустим, Розовое озеро на въезде на Стрелку, то есть на северной ее части, в общем, есть интересное место. В общем, озеро, в котором вода буквально розового цвета, ну как озеро, глубина его там максимум по колено, ну, огромная такая вот, огромная территория. На самом деле там когда-то добывали соль, там... Значит, вода в этом озере такая густая, то есть соленость, ну, я не знаю как. То есть это розовая от соли вода. Вот, то есть не какие-то другие, да, ничего, кроме соли в этом озере нет. Вот. И у этого озера там интересную я легенду слышал, которую рассказывают. А легенда, ну, я так понимаю, что в наше время уже придумали, когда вот надо же что-то туристам рассказывать, надо что-то придумывать. Легенда такая, что, мол, там жил хан, у которого была дочь, и, в общем, к ней пошли... свататься, да, и папа ей говорит, в общем-то, отдам дочь за того, кто самый удивительный подарок, в общем, самый интересный подарок, в общем, для дочери, в общем, а дочь была красавица, и начали ездить одни, другие, третьи, там всякие богачи, сокровищницы привозили, там кто-то еще что-то, и вот один человек, такой ярый приверженец ислама, приехал и, обратившись к Аллаху, он просто на этом месте начал молиться, начал, в общем, читать суры, начал читать Коран, и, в общем, он попросил Аллаха, чтобы Аллах сотворил чудо, которое бы понравилось этой девушке. И, в общем, чудо произошло, водичка в этом озере стала розовой, ну и, понятное дело, в конце концов, дочь за него вышла, вот эта вот девушка за него вышла замуж, вот, и этим вот легенда заканчивается. На самом деле, да, на самом деле, еще раз, там добывали соль, там был завод по производству соли, потом все это закончилось, закрылось. Сегодня интересно, как это опять-таки происходит. Вот соль кусками буквально, пожалуйста. И вот рядом люди просто вот опять-таки самоорганизовываются и стоят, пытаются эту соль продавать. Что касается грязи, то же самое. То есть мы заходим, да, между солеными озерами, это недалеко от Радонового горячего озера, между солеными озерами, там возле Севаша есть огромная, такие вот огромная территория с этими грязями лечебными. Ну и можно в грязях вот просто поплавать, покупаться самому. То есть понырять, а потом пойти в Севаш полоснуться, или в озера, или дальше к морю пройтись. А можно эту же грязь, тут же ее добывают, можно ее купить на этом базарчике, который я показывал раньше, вот там, где вот написано «Оля, вкусная рыба», вот, в общем, на этом базаре эта грязь продается. Вот. Место действительно стоящее. Да, я еще раз напоминаю, друзья, это Спрага.Инфо, и, в общем-то, сегодня мы говорим о неаннексированном Крыме, о той части Крыма, которую сегодня контролирует Украина. Действительно, место, которое стоит посетить. Еще раз. Азовское море. Севаш. Йодобромный. Источник горячий, радоновый источник горячий, глицериновое озеро, я еще об этом не сказал, тоже интересное место, причем там пресная вода, что у нас еще, озеро розовое, опять-таки, пока что в большинстве, я еще раз повторяю, большинство жилья, которое там зовется, это частный сектор, это частники, ну, уже появляются гостиницы, в любом случае, я считаю, что, ну, стоит поддерживать ребят, которые пытаются развивать там
туризм, к сожалению, часто это как-то происходит самоорганизованно. Я, честно, не ощутил, что это место, не ощутил, что оно поддерживается, что оно развивается, но опять-таки это мое такое, вот, возможно, субъективное ощущение. Вот. Я еще раз, кто не видел, сначала покажу, если получится, вот этот вот удивительный рассвет на этом самом, в общем, Азовском море. Посмотрите, как прекрасно, какой рассвет. Вот, я включаю видео. Вот, посмотрите. И практически нет людей. Это тоже вот интересный факт. Да. Еще, наверное, вот здесь еще раз расскажу, как так получилось, что там это место суши, что там эта суша появилась 500 лет назад, да? На самом деле, знаете, вот вспомните морское дно там, где песок, волны, да, выше, ниже, это волна, то есть это вот есть суша, та часть Крымского полуострова, которая аннексирована Россией, потом есть Севаш, впадина вниз, да, вот, ну, я покажу тут вот суша выше, Севаш, ниже, потом опять суша, Арабатская стрелка, потом опять ниже, в общем, Азовское море, потом проходим 100 метров и опять выше. Ну, в общем, вот такие вот волны, и, в общем, сама стрелка – это вот такое вот место, где вот просто намыло песочек, в общем, место, которое стоит посетить. Друзья, на этом мы будем потихонечку завершать. Я надеюсь, вам нравится то, что мы делаем, я надеюсь, что вы нас смотрите и слушаете. Если да, ставьте лайки, комментируйте, мы непременно и впредь будем делать всевозможные вот такие вот активности, да, а на этом я потихонечку буду завершать, да, ставлю заставочку, вывожу музыку, так, вывожу, конечно же, музыку, и мы завершаем. Так, все, до новых встреч!